Переходим в раздел Component и открываем график. Вбиваем тикер, выбираем таймфрейм, тип графика, кластерный, двойной кластер, либо box chart. И нажимаем Apply. На панели управления мы также можем сменить и тип кластеров. Это объем, дельта, дельта процент, sell by и так далее. Допустим, сменим тип графика на двойной кластер и переключим на sell by, он же BDASK. Итак, настройки кластерного и box chart находятся в меню Setup, Settings, Cluster Box. Подробно по каждой настройке мы рассказывали в отдельном видео, ссылку мы оставим в описании. А здесь мы рассмотрим лишь основные из них. Кластер Profile Mode – это режим профиля. Отключив его, кластера будут отображаться просто в виде прямоугольников. Далее разделитель в виде крестика в графике с двойным кластером. Далее настройки кластеров с выключенным профилем и с включенным. Допустим, сменим цвет профилей на серый. Далее настройка линии, отображающей открытие и закрытие бара, и также его направление. Увеличим толщину этой линии. Далее идет настройка Buy-Sell Leader, то есть доминирующая сторона BDASK. И настройка максимального значения каждого бара. Максимальное значение левого кластера и правого кластера. И в самом низу находится настройка Box Chart. Для того, чтобы сменить фон графика, переходим в меню Setup, Settings, Miscellaneous, то есть прочее. Здесь же мы можем отключить гистограмму Flow by Cell, которая отображает исполненные марки ордера. Можем изменить шрифт шкалы, шрифт значения кластеров. И далее сменим фон графика. Сделаем его темно-серым. И далее перейдем к бокс-чарту. Можем либо в этом графике переключить на бокс-чарт, либо просто клонировать уже существующий, уже настроенный график, Setup, Clone Window, и открыть второй график с теми же настройками, переключив его на бокс-чарт. Итак, выбираем таймфрейм бокс-чарт. Пусть будет 30 секунд. Далее выбираем таймфрейм бокса первого, 5 минут. И по желанию выбираем таймфрейм бокса 2, 15. Также можем активировать профиль бокса. Допустим, активируем профиль за первый бокс, выбираем 5 минут и видим профиль за каждый 5-минутный бокс. Настройки этого профиля находятся в меню Setup, Studies, TF2 Settings. Здесь мы можем изменить прозрачность этого профиля, отключить дополнительную информацию под профилем Show Summary, сменить, например, цвет профиля, отключим CPO2, и также есть опция вертикальной гистограммы, которая показывает нам объем либо дельту каждого интервала, в данном случае каждого бокса. То есть мы видим дельту либо объем за каждый наш 5-минутный бокс. Переключим на 15 минут, будем видеть объем и дельту за каждый 15-минутный интервал. Настройки бокс-чарта находятся в меню Setup, Settings, Cluster Box, в самом низу. Если у вас есть дополнительные вопросы по настройке кластера бокс-чарта, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании.